Счастливая семья – это мужчина, женщина и дети, где каждый находит время своим увлечениям и при этом с огромным желанием проводит время друг с другом. Счастливые дети. Все улыбаются, все хорошо. Дружная, веселая. Совместные походы, там я не знаю, кто чем увлекается. Секции. Счастливая семья, во-первых, должна быть дружной. Во-вторых, принимать, как говорится, во всех мероприятиях участие, которые проводятся для семьи. Ну, примерно вот так вот. Главное, чтобы все зависели в хорошем плане друг от друга, да? Папа помогал маме, дети знали, что будет поддержка от родителей всегда. В понимании, я не знаю, время вместе проводить, я считаю. Ну, просто в гармонии. Нет разногласий, всегда хочется возвращаться домой. Какая-то, наверное, гармония, уют в доме. Главное, чтобы была любовь. Взаимная, искренняя и уважение, конечно. Счастливая семья, я думаю, это когда все вместе, когда у всех все хорошо, все здоровы. Счастливая семья, она должна быть большая, довольная и со взаимопониманием. Счастливая семья – это которая наслаждается каждым днем, очень любит своих детей. Они много активничают и путешествуют. Для меня это счастливая семья.